В этом году Чувашский педагогический университет имени Яковлева заканчивают более 500 студентов очной формы обучения. Сегодня впервые состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников 2020 года. В год 90-летия вуза перед главным корпусом Чувашского государственного педагогического университета прошло чествование 90 лучших выпускников, добившихся значительных успехов в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности. Как раз таких, какими бы мы хотели видеть школьных учителей. Я хочу вас уверить, система образования Чувашской республики находится в ожидании вас. В ожидании тех мыслей, тех ваших желаний, которые вы сейчас наполнены. Пандемия коронавируса не стала препятствием для проведения столь торжественного мероприятия. На церемонии были соблюдены все профилактические меры. Стулья расставлены на расстоянии 1,5 метра. Предусмотрены отдельные микрофоны для выступающих, а также перчатки и маски. Такие предосторожности не омрачили настроение выпускников, стоящих на старте своей карьеры. Я закончила университет на отлично, получается, по всем предметам у меня отлично. Вот. И также диплом защитила на отлично с похвалой ГЭК. Я тоже защитила диплом с похвалой ГЭК. Иду на красный диплом и активно участвовала в творческой жизни университета. В стенах Чувашского государственного педагогического университета получилось у нас запустить свой медиа-центр студенческий, который освещает события университета, делится с достижениями студентов, преподавателей и так далее. Выпускники искренне желают сегодняшним абитуриентам, чтобы их студенческая жизнь была такой же яркой и интересной, какую прожили они в стенах педуниверситета. Анастасия Миловидова, Андрей Шоклев, Республика.